Акция «Ночь в музее» выйдет за пределы выставочных залов. Посетители Центра изобразительных искусств имени Врубеля смогут разгадать тайны известных картин и найти ценные экспонаты на улице. Квест пройдет от генерал-губернаторского дворца до основного корпуса музея. Как отметили на пресс-конференции в международном пресс-центре МКР Медиа, вход в музей в ночь с 20 на 21 мая будет бесплатным. Темой лекции станет год экологии. В Омском краеведческом музее омичи смогут овладеть техникой эбру, это рисование на воде, и посетить выставку «Азиатская Россия». В музее просвещения прослушать лекцию «Археологические открытия Омского прииртышья». А погадать на картах Таро с полувековой истории смогут посетители Центра искусства Омска. Мы сейчас должны думать о том, как воспитать своего будущего потенциального посетителя. Поэтому мы работаем и прежде всего со школьной аудиторией, со школьниками. И, конечно же, мы работаем с семейными посетителями, потому что без этого мы не выживем.